В год матери и отца мы решили знакомить телезрителей с разными семьями, живущими в нашей республике. Большими, многодетными, талантливыми и, главное, счастливыми. И узнавать их рецепт удачной семейной жизни. Итак, знакомьтесь, семья Львовых из Яльчикского района. Счастье – это когда тебя ждут дома. Так что Юрий должно быть очень счастливый человек. Его ждут супруга и 7 детей. Впрочем, радости лишних не бывает. Недавно государство помогло многодетным родителям улучшить жилищные условия. Теперь в доме места хватает всем. Большой дом, как и большая семья – это непросто. Нужно поддерживать порядок, проявлять заботу и вовремя ремонтировать. Хоть крышу, хоть отношения. С этим у семьи Львовых проблем нет. В прошлом году в конкурсе «Семья года» они победили в номинации «Трудолюбивая семья». А рецепт счастья у Надежды и Юрия простой. Моя семья – мое богатство. Я считаю, что я самая счастливая женщина на свете. Чтобы была такая дружная семья, дружная и крепкая семья, надо всегда уважать друг друга, любить и помочь в трудные минуты. Надежда для меня самая красивая, самая нежная, самая трудолюбивая. Я ее люблю и уважаю. Самое главное, я люблю. Что ж, этот рецепт проверен. Работает уже 15 лет. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Олег Якимов. Республика.